Завершился День здоровья фестивалем боевых искусств. Приемы боя зрителям продемонстрировали каратисты направлений киокушинкай, каратэ-до, а также фудокан. Президент Федерации последнего вида Виктор Плакида сам вышел на татами. Поработав с мячом, Виктор Тарасович продемонстрировал и навыки боя с соперником. Даже в показательном бою не удалось избежать травмы крови, но настроение от этого у чиновника не испортилось. Повредились? Да, есть немножко. Ну, сегодня все выступали. Выступал спикер Верховной Рады, выступали депутаты, выступали члены Совета Министров. Я думаю, что этот праздник, День здоровья, это не просто аплодисменты спорта, а это умение и самого себя почувствовать в тонусе. Ну и, конечно же, показать пример и своим отношением к хорошему, нормальному, здоровому образу жизни, что быть здоровым и модно, и красиво, и современно, и очень правильно.